Раньше мне говорили, что если отдать почку больному человеку, то ты заслужишь огромное уважение. Я не сразу поняла, почему началась истерика. Когда в больницу я принес сразу 5 почек. Порой я на верном пути к правильному выводу, но я прохожу мимо. Если вы девственник, и вас это смущает, то не стоит переживать. Рано или поздно жизнь вас обязательно выебет.